Друзья мои, всем привет! В общем, сегодня видео у нас будет про новинку в области сантехники. А именно, мы будем сегодня тестировать и делать разбор приспособления для унитаза в области гигиены. А данные приспособления нам любезно предоставили ребята из магазина Мегасант в городе Набережной Челны. Ссылку на них я оставлю в описании. Заходите, смотрите, у них много интересного много новинок, много чего можно заказать. В общем, заходите, смотрите, покупайте. А я продолжаю. Сегодня мы будем разбирать приспособление для унитаза, гигиенический душ. Данное приспособление сделано полностью из пластика, за исключением тех моментов, где нам нужна жесткая фиксация, а именно соединение шланга и переключение режимов воды. Все остальное абсолютно из пластика и нет вероятности того, что у них появится какая-то коррозия. Крепится это приспособление к унитазу с помощью стульчака. Откручивайте стульчак унитаза, через отверстие фиксируете его на унитазе. И все, данное приспособление установлено. То есть вы это можете сделать самостоятельно, без с помощи, помощи сантехников или людей, которые специально этому обучались. В общем, самостоятельно фиксируйте приспособление на унитазе. Далее, далее все тоже очень просто. Вам нужен гигиенический душ. А для чего вам нужен, соответственно, гигиенический душ? Данное приспособление, к сожалению, не смешивает воду, она имеет только один выход, через который подается уже подготовленная вода. Следовательно, вам нужна подготовленная вода. А что может нам подготовить воду перед использованием? Ну, естественно, гигиенический душ. С помощью тройника и шланга, которые идут в комплекте, вы подключаете это приспособление к гигиеническому душу. Почему именно тройник используется в этом приспособлении? Потому что чтобы вы имели возможность подключить шланг, подключить лейку к гигиеническому душу. То есть вы можете использовать два режима использования гигиенического душа. Либо приспособление, которое монтировано прямо в унитаз либо по старинке используйте лейку. Ну, в общем, что вам удобно выбирать вам. Но, чем преимущество данного приспособления? В том, что вы уже не используете шланг и лейку, ваша вода подается именно в то место, где вам это нужно, то есть в самый эпицентр, где имеются загрязнения. Во время тестирования данного приспособления я чуть не лишился камеры, потому что струя воды ударила мне прямо в камеру. Я не рассчитал напор, я не знал, как работает это приспособление, и поэтому немножко облился. Но, к счастью, все обошлось, камера не пострадала, я тоже высох. Для дальнейших испытаний, для дальнейшего тестирования я уже использовал стрейч пленку, пищевую пленку, я обмотал им, ей унитаз. В общем, все герметично закрыл, и уже дальнейшие испытания уже проходили в безопасности. Все было сухо, и наглядным образом я мог наблюдать за тем, как работает это приспособление. И теперь вы тоже можете это спокойно наблюдать. Смотрите по видео, как это происходит. Довольно легко, довольно просто. Теперь вы можете уже для себя просто решить, нужно вам это приспособление или нет. Но для всех, кто я думаю, решится на это, для того, чтобы купить это приспособление, я думаю, никогда не пожалеют. Данное приспособление стоит относительно недорого. На момент публикации этого видео цена этого приспособления примерно где-то 4000 рублей. Ну, возможно, я могу немножко ошибаться, но точную информацию вы можете узнать у ребят, на сайте, ссылка в описании под этим видео. Заходите, смотрите, там еще много чего можно увидеть интересного. Кстати, также я буду делать обзоры других приспособлений, других новинок, которые также будут выходить, появляться у ребят в магазине Мегасант. Я буду делать обзоры, буду показывать вам, рассказывать про них более подробно и интересно. Итак, на чем я остановился? В общем, тестирование данного приспособления было для меня интересным. Так же, думаю, как и для вас. Я переключал режимы с большого на меньший. То есть, большая подача воды и маленькая подача воды. Там есть два сопла. Первое сопло подает большое количество воды. И второе для легкой гигиены маленькое количество воды. В общем, вы сами для себя решаете, какой напор воды вам нужен. Если вы ставите переключатель по центру, воды нет. Следовательно, вы можете пользоваться уже просто лейкой. Ну, или можете вообще не пользоваться гигиеническим душем. Это уже на ваше усмотрение. Я, когда приехал из Турции, я искал такой унитаз, где есть такие отверстия. Потому что гигиенический душ, который установлен сразу в унитаз, он прикольнее, чем тот гигиенический душ, который у нас висит на стене. Ну, у меня, по крайней мере, на всех объектах, которые я делаю, я рекомендую заказчикам устанавливать гигиенические души. Даже если вы ими не пользуетесь, они у вас должны быть. Потому что даже просто помыть унитаз, это уже удобно. В общем, смотрите, данное приспособление устанавливается на унитаз. Закрепится с помощью стульчика. То есть, все легко. Вы сами можете это сделать. Если у вас в наличии есть гигиенический душ, вы просто вкручиваете тройник в то место, где у вас раньше был вкручен шланг. С другой стороны, вы вкручиваете шланг и к отверстию, то есть и к резьбе, которая поменьше, вы прикручиваете шланг, через который будет подаваться вода на это устройство. Через это устройство, в общем, вы можете подмываться, можете мыться, можете делать все, что угодно. Все, что душе вашей угодно, это очень прикольно. Даже утром вы, если вы не сможете встать на ноги и дойти до раковины, вы можете доползти до этого унитаза и попробовать умыться в нем. Вода будет тепленькая, так что вы не переживайте, то, что вы обожгетесь или вдруг сильно охладитесь. В общем, это все были приколы. Я так понял, вы меня поняли. В общем, смотрите, ребята, что есть у нас тут. А в обслуживании данное приспособление, оно несложное. Оно прикольно выглядит, как ручник на автомобиле. Ну, мне так уже один раз сказали мои подписчики, написали в комментариях, выглядит как ручник. Ну, в принципе, да, как ручник, как у пилота какого-нибудь истребителя. В общем, все прикольно. Ну, главное тут не переборщить и случайно не дернуть его и, в общем, не сломать. Ну, я думаю, сломать это приспособление будет не так уж то и просто, но все равно безопасность есть безопасность. Поэтому не стоит лишний раз дергать его туда, куда не надо. Просто пользуйтесь им, переключайте в те режимы, которые вам нужно. Но, естественно, пользуйтесь им только тогда, когда вы находитесь на унитазе, а не рядом с ним. Ну, вы можете, конечно, подползти к нему на четвереньках и попробовать попить воды или умыть лицо. Ну, конечно, я этого не советую делать, но все равно всякое в жизни бывает. Это уже просто мысли. Ну, в общем, смотрите сами. Обзор по поводу этого гигиенического душа я завершил, завершаю. Заканчиваю. Если вам интересно узнать о таких новинках больше, ставьте плюсики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Меня зовут Ленар. Вы на канале Перестройка 116. Всем пока. Всем добра.